Каждый час мы отправляем более 450 сообщений через мессенджеры, имейл и пуш-уведомления. Это материалы со словом ободрения от епископа Рика Реннера. Мы помогаем людям находить ответы на ситуации, с которыми они сталкиваются в Божьем Слове. В день нам поступает более 350 молитвенных нужд через сайт, электронную почту. И мы, конечно же, молимся за каждого человека, который обратился к нам. Мы стремимся вдохновить каждого из них Божьим Словом. Все мы знаем, что Божье Слово живо и действенно. В среднем мы выпускаем 21 программу каждую неделю. Конечно же, это программа епископа Рика Реннера, которая выходит 5 дней в неделю. Программа «Начни день с Богом», которая помогает с самого раннего утра войти людям в Божье присутствие. Программа «Денис Реннер». А также мы снимаем свидетельства людей, чьих жизней коснулся Господь. И это вдохновляет многих-многих людей по всему миру. Каждый месяц более 180 тысяч человек подключаются к нашим трансляциям. В этом году мы провели более 1000 часов прямых эфиров. Люди, которые смотрят нас, находятся в разных странах, в разных часовых поясах. Я верю, что прямо сейчас кто-то нуждается в ободрении, утешении, в общении. И поэтому мы стараемся охватить как можно больше стран, как можно больше часовых поясов, как можно больше людей. Новое расширение уже началось. Мы, команда «Благая Весть Онлайн», много трудились в этом году. Но, если честно, не так важно, что мы делали, как важно, что Господь сделал. И мы увидели большой плод в виде измененных жизней людей. Это самое главное. Мы получили 1658 записанных свидетельств. Представляете, 1658. А сколько еще Бог что-то сделал в жизни людей, и люди не написали нам? Я знаю, что гораздо больше, потому что мы за этот год совершили молитвы за 112 тысяч обращений. И я уверен, что во многих из них уже есть ответ от Бога. 3592 человека зарегистрировались на марафон исцеления, и у них была возможность принять свое исцеление во время этого марафона. Представьте себе, 54501 экземпляр книги был скачан с сайта «Благая Весть Онлайн». Люди читают, изучают и внимают Божьему Слову. 1183 человека получили бесплатную помощь наших христианских психологов. Я так рад, что мы можем помогать людям. 1240 женщин получили возможность изменить свой брак через курсы искусства быть женой. И, конечно, наша аудитория значительно увеличилась. Представьте себе, что через наш сайт заходило более 175 тысяч человек, через YouTube более 100 тысяч, через соцсети более 300 тысяч. Мы выросли, но самое главное, еще раз самое главное, что жизни людей менялись. The report you just heard. Вот эта информация, которую вы только что слышали, просто удивительна. Look what God did. Посмотрите, что совершает Господь. Touching so many lives. Изменяет жизнь многих людей. It's a miracle. И это чудо. And you are part of it. И вы принимаете участие в совершении этого чуда. It's not just our ministry. Ведь это не просто наше служение. It's our ministry. Оно наше общее. The Bible says. И в Библии написано. One plants. Что один насаждает. Another waters. Другой поливает. But God gives the increase. Но Бог дает рост. My job and your job. Мы с вами. Is to plant. Мы насаждаем. To water. Мы поливаем. And God joins Himself to us. А Бог вместе с нами работает. And He gives all these. Victories. И Он дает нам одерживать победы. You and me, we're really working with God. Мы с вами соработники у Бога. But I want you to know, я хочу, чтобы вы знали, I'm thankful for your part, я признателен за ваше участие, for every prayer, за все молитвы, for every gift you give, за все пожертвования. Your gifts are powerful. То, что вы вкладываете в наше служение, имеет огромную силу. Your gifts changed lives this year. Ваши пожертвования изменили жизнь многих людей в уходящем It's gonna change году. More people's lives next year. И изменит еще больше жизни в следующем. And I personally want to И я лично вам хочу сказать спасибо. And we're praying for God's greatest blessings to be on your life. И мы молимся о том, чтобы прекрасные Божьи благословения приходили в вашу жизнь. I prophesy to you. И я пророчествую. In Jesus' name. Что это так и будет во имя Иисуса. Аминь. Аминь.